форум сторонников партии «Единая Россия» состоялся накануне в спортивном комплексе «Триумф» в Якутске. В нем приняло участие более 3000 человек, в том числе члены Якутского регионального отделения партии, представители районов, национальных общин, общественных организаций, студенты средних и высших учебных заведений и жители Якутии. С приветствием к присутствующим обратился лидер партии в Якутии Егор Борисов. Уважаемые друзья, мы сегодня... Говоря об этих вещах, мы говорим, что идет работа, идут дела, потому что этим мы занимаемся вместе. Но самое главное, мы хотим это продолжить, а продолжим только в том случае, если в республике сохранится стабильность. Если мы сегодня будем дальше продолжать получать поддержку партии «Единая Россия», исполнительные органы власти, когда формируют экономическую политику, культурную политику, социальную политику, то прежде всего обращаются к нашей партии «Единая Россия». На мероприятии в ряды партии было принято еще 600 сторонников «Единой России». Церемонию награждения провели лидеры партии. Среди почетных гостей форума был первый президент Якутии Михаил Николаев. Он пожелал всем принять самое активное участие в выборах 18 сентября. Но мы должны, обязаны прийти. Именно обязанность гражданина диктует этого. Вот почему мы настойчиво призываем, особенно молодежь. Почему молодежь, старое поколение, испытало тяжелейшую жизнь, понимает это и всегда активно проявляет в выборной кампании. Именно старшее поколение. Якутия всегда сплоченно голосовала. Я убежден и призываю своих земляков 18 сентября все как один вместе с семьей, детьми, как к празднику мы приходим, когда мы проводим национальные праздники по всей Якутии и в тундре, и везде, и всюду. Как великий праздник, все приходим радостью. Так и надо 18 сентября приходить и голосовать.